Спасибо. Одержали победу сегодня в Сухую. Насколько довольны действиями своей команды? Не, на самом деле ребята выполнили тренерскую установку. Мы над тренерским штабом думали, что будет намного все хуже. То есть всегда такие игры, когда ты выигрываешь с крупным счетом, вот следующая игра у тебя будет, с этим же соперником у тебя будут проблемы большие. Ну так, молодцы ребята, концентрация была хорошая. Были ли сегодня довольны большинство? Ну не скажу, что... Есть моменты, но нужно работать, да, у нас мало было времени. Сегодня немного покатались, поэтому не дали ребятам так вздохнуть, поэтому... Поработаем, у нас завтра выходной, послезавтра будет тренировка, там уже подготовимся. У каждому сопернику свое большинство, и нужно как такие моменты просматривать. Ну, давайте сейчас не будем об этом думать, ребята сейчас пускай порадуются, а завтра отдохнут и уже тогда уже в бой пойдут. Пойдем в бой. Чувствуется, что соперник все тщательнее разбирает большинство? Ну, конечно, каждый, они же понимают, что там... Кстати, как только пишут, что мы там в тройке, сразу же проблемы начинаются. Поэтому они, наверное, читают, наши ребята, поэтому проблемы сразу возникают. Ну вот пишут, что Аношка в топ-5, теперь он второй бомбардир. Они в этом, как вообще... Ну, отлично, здорово. Есть ли моменты, которые у вас в этой игре выходили, например, удаление до конца игры с финальной середины? Ну, мы поговорили, да, с Севко, с Егором. Он не хотел, ну, так получилось. Ну, конечно, я думаю, что он пропустит следующий матч. Неизвестно даже, может, и две, и три игры. Но это не случайно получилось.